В Жамбылской области с начала года на 35% снизилось количество зарегистрированных преступлений. В их числе кражи, разбой и скотокрадство. За 4 месяца полицейские раскрыли почти 140 ранее совершенных преступлений. Усиленную борьбу стражи порядка ведут с синтетическими наркотиками. В регионе уже удалили свыше 400 граффити и заблокировали больше 30 сайтов. Такие данные на отчетной встрече с населением сообщил начальник департамента полиции региона. Отчетная встреча Жаната Сулейменова с населением прошла в онлайн-формате. Взаимодействию с обществом полицейские уделяют особое внимание. За час отчета в социальных сетях от жителей поступило почти полсотни вопросов. Прозвучали и слова благодарности. 88-летний аксакал по видеосвязи поблагодарил стражей порядка за труд и подаренный ему слуховой аппарат. Главный полицейский области рассказал о проделанной с начала года работе. Наблюдается снижение регистрации преступлений на территории области. Она составила 35%. Актуальными остаются квартирные кражи, скотокрадство. Проблема, она давно существует. Несмотря на то, что идет снижение регистрации, что вот мы задерживаем группы, привлекаем их. С начала года в регионе раскрыли почти 140 преступлений. К уголовной ответственности привлекли больше 1000 человек. На особом контроле наркопреступления. Из незаконного оборота изъяли полтонны различных наркосредств. Усиленную борьбу ведут с синтетическими наркотиками. Около килограмма синтетических наркотиков было изъято. Более 30 интернет-сайтов выявлено, и на сегодняшний день все были заблокированы. Были задержаны двое жителей города Тарас. Возбуждено по уголовному кодексу новую статью 199.1, части 1. Полицейские также продолжают нести круглосуточную службу на блокпостах. Они выявили свыше 1200 нарушений карантинного режима. Анастасия Сулейманова, Тарас, Хабар 24.